Україна займає друге місце за рівнем онкозахворювань у Європі. Кіровоградщина в числі лідерів серед регіонів, і єдиний спосіб убезпечити себе – це вчасно проходити діагностику. Сьогодні говоримо з директором Тому Клінік Володимиром Ященком. 4 лютого весь світ говорить про боротьбу з раком. Добрий вечір. Добрий день. Наша статистика по Кіровоградщині доволі сумна. І в мене перше питання, оскільки ваш Тому Клінік відносно недавно працює, до речі, скільки часу ви вже працюєте у Кропивницькому? Понад 4 роки. За цей час, яких висновків, можливо, яку оцінку можете дати з огляду на свій досвід роботи в боротьбі з онкологією? Если позволите, сначала я бы привел некие статистические цифры, которые ведутся Национальным канцер-реестром. Угу. Национальный институт рака при помощи онкологических диспансеров, которые находятся в каждой области, сводит единый реестр. И мы имеем информацию за 2018 год. 2019 год он только закончился. Так вот, за 2018 год, по официальным данным, более 170 тысяч выявлено первичных онкологических заболеваний. Это в области или в Украине? Это в целом по Украине. По Украине. В целом угу. по Украине. Более 98 тысяч населения умерло в первый год заболевания диагностики раком. К сожалению, Кировоградщина так сложилась почти всегда в лидирующих областях по заболеваемости. По той же статистике, в среднеукраинской, в которую попадает точно так же и Кировоградская область, у женщин первое место по причине смертности от онкологии занимает грудная железа, второе место – толстый кишечник и третье место – гинекология. У мужчин первое место занимает рак легких, второе место рак толстого кишечника и третье место рак предстательной железы. И что мы увидели за 4 года? Вот как есть такие выражения, что все удивительное рядом, так и вот при всей простоте выявления и диагностирования этих раков, которых я обозначил, к сожалению, от них самая же высокая смертность. Мы увидели, что 99% фактически, я так смею заверять, это мое личное наблюдение, успеха в борьбе с онкологией зависит прежде всего от нас самих. Это прежде всего от выявления ранних стадий, предупреждения этих стадий, и это не стоит дорого. Дмитро Михайлович, Тому Клінік спеціалізується і на діагностиці, і на лікуванні, правильно? Як часто людині потрібно проводити самодіагностику? Дело в том, что медицина – это такая комплексная наука, и что говорить, если мы говорим об онкологии, то все очень стандартизировано в мире. На это работает вся мировая наука, и потом это рождается вот в такие специальные протоколы, которые говорят, как необходимо выполнять диагностику определенной локализации и что дальше необходимо выполнять в плане лечения. Что же касается профилактики и раннего выявления, то есть так называемые группы риска. Это может быть экологическая какая-либо рисковая зона и наследственность, но есть еще и такая так называемая группа риска возрастная. Каждый мужчина, который перешагнул рубеж в 45 лет, и женщина после 45 лет, должна знать, что ежегодно он должен проходить, человек должен проходить обследование по трем вот этим рисковым направлениям, как минимум. Это каждая женщина после 45 лет должна раз в год сделать маммографию и посетить гинеколога. Мужчина сделать рентген легких и посетить уролога. Конечно, в идеале и одному, и второму полу необходимо бы сделать еще так называемое исследование толстого кишечника. И мы уже на 50% фактически снимем риски онкологии вот этих первых причин, которые вызывают смертность. Это так называемые, в кавычках, поверхностные локализации, которые достаточно просто диагностировать и достаточно просто предупредить. Есть же еще также называемые наследственные риски. Это, допустим, первое колено, либо второе колено есть в семье, заболевание онкологическое. Это не подтверждает, что это будет обязательно у последующего рода, но это должно заставить задуматься и, прежде всего, более настороженно к себе относиться. Но... К сожалению, по нашему наблюдению и по наблюдению мировой статистики, рак молодеет. Это не значит, что до 45 лет тоже не нужно ничего делать. Как минимум, то, что я и сам делал, и всем рекомендую, чтобы еще на этапе, когда ничего не беспокоит, сделать контрольный осмотр, чтобы была точка отсчета. Ну, к примеру, мы знаем, что почти в каждом железистом органе у нас, как то почка, щитовидная железа, могут образовываться всевозможные кисты. Это доброкачественное образование, с этим можно жить всю жизнь.
Но для того, чтобы быть уверенным, что оно не растет, что оно не изменяется, должна быть точка отсчета какая-то, точка З контроля. якого віку? Нет ограничений. Как Угу. только у нас есть возможность пройти контрольное обследование, его нужно сделать. Женщине, особенно после родов, либо если там поздно рожавшая женщина, все равно нужен какой-либо отчет. Ну, ми ж всі ліниві, зачасту правильно, і не знаходимо час на себе. От ви могли б підказати, коли саме найкраще звернути увагу на своє здоров'я? Ми ж не молодіємо. Коварство онкології заключається в тому, що він не болить. Рак не болить. Когда проявляется болевым синдромом, то это уже говорит о запущенных стадиях. Минимум третья стадия и так далее. На первой, второй стадии, на ранних стадиях, вероятность излечения очень высока. Очень, особенно при раке грудной железы у женщин. Поэтому нельзя говорить, что до 45 лет мы ничего не делаем, а после 45 лет должны обследоваться. Любое хроническое заболевание, оно может быть потом малигнизироваться и перерождаться в онкологическое заболевание. Потому что любая хроника, любое хроническое заболевание – это постоянное воспаление, это постоянная попытка ткани восстановиться, и на этом этапе может пойти что-то не так. Первое – это нельзя допускать самотекущих хронических заболеваний, заниматься самолечением. Это избитые фразы, которые все знают, но, к сожалению, это потом превращается в большую проблему. Кстати, если вернуться к статистике, то опять-таки по отчету за 2018 год причина смерти от онкологии занимает 15% от общего объема в Украине. Имеется в виду от неинфекционных заболеваний. И при этом 63% сердечно-сосудистые. Так. Представьте, сколько украинцев в год умирают в первый год от установления диагноза. Я приблизительно представил, что это больше, чем 500 000. Это ужасающие цифры. Я знаю, что наше интервью будет длиться порядка 40-50 минут, и за это время 10 украинцев умрет от онкологии. Ну, это страшные цифры. Страшна статистика, но правда. Для того, чтобы не попасть, у нас почему-то народ настроен так, что это случится с кем угодно, но не со мной, достаточно раз в год. Если для женщины, это очень недорого стоит. Маммография стоит в пределах 200-250 гривен. Сколько стоит маникюр на сегодняшний момент? Плюс-минус. Сколько раз нужно делать маникюр? Ну, каждые 4-5 недель, правда? Маммографию Частише. Достаточно делать раз в год. Вдумайтесь, раз в год. Гинеколог. Сколько стоит консультация гинеколога? ПАП-тест – это тест, который позволяет нам на определенный период исключить образование в гинекологии, в матке. Это тоже стоит еще 250 гривен. Итого 500-600 гривен в год. Но поэтому, знаете, очень удивительно, когда к нам попадают пациенты с запущенными формами, когда виновны в этом все, кроме самого пациента. Поэтому, если мы говорим о ранней выявляемости, даже если заподозрено какое-либо образование, это абсолютно не говорит о том, что это онкология. И поэтому, когда пациент впервые слышит, или даже, может быть, врач выставляет диагноз, то нужно, чтобы каждый пациент настаивал как минимум на трех пунктах. Любое образование, которое выявлено, оно нуждается в визуализации. Мы обнаружили, что что-то не так. Да? Второе – это верификация, когда берется биопсия и подтверждается, это онкологические клетки или не онкологические, доброкачественные или злокачественные. И потом стадирование, то есть как далеко зашел процесс. Но это еще не все. После того, как берется биопсия, составляется так называемый паспорт этой опухоли, потому что, поверьте, их великое множество. Это кардинально влияет, как лечить пациента. И это все написано вот в этих протоколах. Наша клиника пользуется строго протоколами ESMO, это Европейская ассоциация медицинской онкологии, которая говорит, прежде всего, как нужно диагностировать, а затем, как нужно это лечить. Владимир Михайлович, а чем они отличаются от, например, украинских протоколов? Дело в том, что на сегодняшний момент есть два большие стандарта. Это ESMO европейская и NCCN американские стандарты. И представьте, что на создание вот этих протоколов работает все европейское и мировое сообщество. Украинские клиники могут этим пользоваться и имплементировать у себя. Конечно же, руководствуясь теми возможностями, которые есть в каждой клинике. К слову сказать, я не знаю много клиник, наверное, нет таких в Украине, которая бы могла обеспечить полный замкнутый цикл по всему онкологическому аспекту у себя на территории.
Я имею в виду в общем онкологии. Потому что, к примеру, пациенту требуется какое-то либо обследование, которого нет, либо в данном регионе, либо даже в Украине. И поэтому пациент вынужден обращаться либо в другие страны, в другие клиники. Это нормально. Но пациенту нужно давать всю информацию. Когда пациент обращается в нашу клинику, он проходит так называемый консилиум. Консилиум – это комиссия в составе врачей, клинический онколог, онкохирург, радиотерапевт, химиотерапевт, который, руководствуясь протоколами по выставленному диагнозу пациенту, рассказывает, какова должна быть тактика. Пациент имеет возможность задать все вопросы, и я настаиваю на том, что пациент должен участвовать обязательно в процессе своего лечения. Если он будет вникать, он будет интересоваться, то он будет контролировать, как движется его лечение. Давайте повернемося до діагностики. У вас є мобільний діагностичний трейлер, який зазвичай стоїть у нас в Корповницькому біля копілки, так? Чи виправдовує він себе? Знаете, вот я знаю, что на сегодня записано порядка 27 женщин, которые сами записались и решили пройти обследование. Минимум 15 человек в день проходит там обследование. Что значит, оправдывает ли он себя? Это возможность, которая мы предусматриваем, что вот из всего вышесказанного, это достаточно простая относительно процедура для пациента, она сложна в расшифровке. Каждая пациентка может записаться, пройти маммографию, если это старше 45 лет. Если это моложе 45 лет, то мы рекомендуем пройти ультразвуковое обследование в условиях клиники. Затем эта информация поступает брест-радиологу, радиолог, который занимается рентген-диагностикой грудной железы, и выдается пациенту заключение и диск с записью вот этого обследования. Если находятся какие-либо изменения, то пациенту рекомендуется записаться на консультацию к маммологу, который принимает в нашем центре, для того, чтобы исключить какую-либо проблему, возникшую в процессе обследования. За какими напрямками можно пройти диагностику саме в трейлере? Це мамологія, що ще? І рентген. Цифровий рентген легких. Опять-таки ми орієнтувалися на те, що коли ми починали нашу бесіду, то це мужчини перше місце, це легкі. І це теж достатньо, в кавичках, звісно, легко діагностируємо образування, особливо у пацієнтів, які злоупотребляють нікотином, особливо, які мають в роду якісь проблеми. Это очень несложно сделать. И как раз перед этим 2 года трейлер путешествовал по регионам Кировоградщины. И достаточно много случаев, которые были выявлены и у женщин, и у мужчин. Сейчас для удобства и учитывая вот такую как это, не очень благоприятную дорогу в зимнее время, мы решили его поставить в центре города, и жители могут воспользоваться этой услугой. Мы уже сам говорили про то, что ваша клиника диагностує онкологию. Коли людина вперше чує, що ну, у неї рак, це, звичайно, ну, така складна ситуація. Як бути їй в такій ситуації? І що ваша клініка може запропонувати? Чи є психолог? Це в першу чергу, це дуже важливо. В нашому штаті є психолог, который беседует с пациентами и с родственниками пациента. Есть даже целые методики сообщения плохих новостей. Но как я и говорил, что совершенно не обязательно и очень часто, когда мы снимаем диагнозы онкологии, когда после какого-либо одного обследования пациенту необоснованно говорят, что мы столкнулись с онкологией. Поэтому прежде всего нужно, чтобы пациент убедился и настаивал, какие есть показатели и основания для того, чтобы выставлять онкологию. Диагноз рак – это гистологический диагноз. То есть только после того, когда берется биопсия и дается гистологическое заключение, врачи имеют право и основание утверждать, что это онкологическое заболевание. До этого момента нет. Но когда мы уже получили все результаты, то психологи по правильной методике сообщают и они уже по предварительному знакомству понимают, насколько пациент может правильно воспринять эту информацию, насколько он имеет склонности к неправильным действиям. Это все мир также описывает, и наука говорит, как это правильно сообщать. Более того,
пациенты, по нашему опыту, бывает, что достаточно адекватно, насколько можно такое слово применить, воспринимают информацию о том, что выставлен такой диагноз, но потом в процессе лечения могут впадать в депрессию, могут не справиться с собой. Это пациенты, которые нуждаются постоянно в поддержке и персонала, и своих родственников. И я бы хотел здесь затронуть очень важный момент, что весь мир, я достаточно часто бываю и посещаю обязательно все симпозиумы, которые связаны с онкологией, говорит о том, что онкология это воспринимается уже как одно из хронических заболеваний. Ну, к примеру, мы знаем, что вокруг нас очень много пациентов, просто людей, которые страдают сахарным диабетом. Да. Еще 100 лет назад это был однозначно смертный приговор. Сейчас мы можем даже не предполагать, что рядом с нами такой человек, он ежедневно вынужден себе вводить инсулин, он с этим живет, но он живет. И жива. И в мировой онкологии уже учатся и есть руководство. Конечно же, это постоянно совершенствуется, эта методика. Пациенты переводятся в стадию так называемого хронического заболевания. О чем это говорит? Это говорит о том, что пациент должен каждый день помнить, каждый день знать и определенные периоды проходить контроли, то есть контролировать состояние своего здоровья. Но сам процесс лечения, опять-таки, европейская онкология подчеркивает на этом внимание, что важно добиться победы, но какой ценой? Важно добиться таким образом выздоровления пациента, чтобы качество жизни после лечения было максимально приравнено как до заболевания, к примеру. Если мы имеем проблемы у пациента с предстательной железой, то важно, чтобы мочеиспускание было в норме, его активность как мужчины была в норме. Это очень важно. Вся семья сталкивается с этой проблемой. И поэтому качество лечения, проведенного, должно максимально обеспечить высокое качество жизни после. Ми ще повернемося до якості надання медичних послуг у тому центрі, але хотіла б запитати, ну, таку важливу річ, коли людина чує діагноз, що в неї рак, перше – це думка смерть, а інше – наскільки коштовне лікування. І нерідко в наших реаліях люди відмовляються, зазвичай це люди літнього віку, відмовляються від лікування. Як тоді бути? К сожалению, это так. Когда наш проект стартовал, это было более 4 лет назад, тогда уже было объявлено, что Министерство здравоохранения идет путем реимбурсации, так называемой оплаты за пациентом. Это то, что мы ожидаем, вот с 1 апреля должно быть уже второй этап, когда пациент выбирает клинику и деньги идут за ним. К сожалению, второй этап не предусматривает еще оплаты в онкологической помощи. Но уже сейчас есть много инструментов, которые, если пациент будет изучать эту ситуацию, то может иметь информацию о том, что есть программы бесплатных лекарств, так называемые, есть клинические испытания, которые проводятся, и в том числе в нашей клинике. Это не говорит о том, у нас не очень неправильное восприятие, что такое клинические испытания. Это не испытание препарата, это испытание всевозможных взаимодействий одного препарата с другим, усиление одного другого. Это известные протоколы, но комбинация которых будет более эффективна или менее эффективна. И один из протоколов известен, и второй. А каково их объединение, какую будет нести эффективность? Вот такого рода клинические испытания, они финансируются производителем фармацевтических средств, и это бесплатно для пациента. Достаточно зайти на сайт ДЭЦ, Державный экспертный центр Украины, где выложены все клиники, в которых проходят по определенным локализациям эти клинические исследования. Поверьте, это мировая практика, и незнание нас и незнание пациентов приводит к тому, что не используется этот инструмент. Очень много областных онкологических центров, которые обеспечиваются по государственным программам препаратами. Если же мы затронем ту специфику, которой занимаемся мы, в том числе это лучевая терапия, то здесь, к сожалению, альтернатив очень-очень немного. И если лучевая терапия проведена правильно, это как продемонстрировать? К примеру, если представить, что новообразование находится около зрительного нерва, около слухового нерва, около какого-то большого сосуда, то правильная проведенная лучевая терапия дает все ожидания на то, чтобы оставить человеку и слух, и зрение, как пример. И когда у нас пациенты спрашивают о гарантиях, какие гарантии мы даем, то мы гарантируем, что та доза опроменения, которая прописана по протоколам, будет донесена в очах, и формируются вот такие автоматические рапорты, которые генерит непосредственно сама машина.
Мы используем два линейных ускорителя. Это томотерапия производства американской Accuray и линейный ускоритель Electa. Насколько они сучасні? Это последнее поколение, которое на сегодняшний момент есть в мире. Это технологии, которые используются в любой точке Европы. И поэтому мы нашим пациентам говорим, что с вот этим протоколом вы можете обратиться в любую европейскую мировую клинику, и это будет принято. Это так называемый автоматический рапорт, который подтверждает, сколько, куда было распределено дозы. А эффект мы ожидаем ровно такой, как это принято во всем мире. Да? Повторюсь. Лечение онкологии комплексное. Нет ни одного унифицированного, единственного метода, который бы был в состоянии справиться с онкологией. Это всегда комбинация двух или более методов. Я имею в виду химиотерапия, лучевая терапия, хирургия. И на сегодняшний момент достаточно много локализаций, в которых хирургия не является инструментом номер один. Она может быть, а может быть даже вообще, возможно, обходиться без хирургии. И успехи химиотерапии на сегодняшний момент очень выросли. Это и то, что на слуху у нас иммунотерапия, вот, да, которую вот недавно два лауреата Нобелевской премии были отмечены. И это, собственно, сама химиотерапия с комбинацией с лучевой терапией, монотерапия. Поэтому инструментов достаточно много. Да, к сожалению, они зачастую очень дорогостоящие. Но это выбор пациента, который должен понимать, каким путем он идет. В нашей клинике, понимая, что это достаточно финансово затратно, мы всегда предлагаем несколько видов. Такова стоимость такой-то вероятностью, меньшая стоимость такая-то вероятность. Либо подсказываем, где в какой клинике проводятся трайлы, где есть какие препараты, потому что достаточно долгий пациенту путь нужно пройти. Багато наших пацієнтів їдуть за кордон через пересадку кісткового мозку, правильно? Ваша клініка, я так розумію, в Україні теж такі операції ще не проводяться. Чи є перспектива того, що вони проводитимуться тут? Знаете, я имею информацию о том, что соседняя с нами область, Черкасская, уже запущена трансплантация костного мозга. И у них уже прошло первые несколько успешных пациентов. И не нужно стремиться иметь все на своей территории. Достаточно обладать знаниями и контактами, потому что все равно и в Европе, если мы изучим опыт, то каждая из клиник специализируется на каком-либо из направлений. Нужно быть лучшим, допустим, какой-либо локализации системы и иметь возможность пациенту рекомендовать, если это пересадка, к примеру, просто к примеру, да, то вот есть соседние области. Это все мало того, что финансово очень затратно и, собственно, дефицит профессионалов в этом направлении, это тоже необыкновенно важно. На сегодняшнем этапе развития медицины в Украине, я считаю, что должен быть отлажен вот этот внутренний медицинский туризм, такое слово, для того, чтобы пациенту давать информацию, и он мог уже с учетом того, что деньги будут идти за пациентом, то это не имеет значения, где ты прописан, где ты проживаешь, ты выбираешь клинику, в которой тебе могут оказать опыт. Сегодня Тома Клиник является лучшей в Украине центр по лучевой терапии. Мы это знаем по результатам, которые мы получаем. Мы это знаем по ежегодному мониторингу комиссии МАГАТЭ, которая производит замеры. Мы знаем, что у нас официальное оборудование, официальный сервис, за который мы платим очень большие деньги, за то, чтобы быть уверенным, что техника выполняет именно те показания, которые мы ожидаем. Это необыкновенно важно. И когда пациент выбирает клинику, он должен, знаете, вот мы всегда переживаем, садясь в самолет, прошел ли он техническое обслуживание. Потому что страхи всегда присутствуют. Не менее важно понимать, какое техническое обслуживание, какой сервис проходит оборудование. Але ж не тільки за технікою йде пацієнт, але ж він іде так само і за пілотом, правильно? Безусловно. Розкажіть про ваші медичні кадри, наскільки ви в них впевнені, наскільки ви ними, можливо, навіть пишаєтеся? Когда мы выбираем не медицинский профиль, наверняка мы изучаем, какой опыт у какого-либо специалиста. Точно так же в медицине. Каков опыт у каждого профессионала по данному направлению? Прежде всего, пациент у нас сталкивается с клиническим онкологом. Клинический онколог – это, если можно так выразиться, дирижер оркестра, который знает, как по протоколам должна строиться тактика лечения и какой из инструментов, в какой очередности должен быть использован. А затем уже сам хирург, либо химиотерапевт, либо лучевой терапевт приступает по своему протоколу. За 4 года у нас было пролечено более 3500 пациентов.
с разным результатом. Где-то мы выполняли только сугубо лучевую терапию, где-то комбинация с химиотерапией. Сейчас профессионалы, которые работают у нас, позволяют использовать химиотерапию для сложных случаев, комбинации их разных. И созданы все условия для пребывания пациентов стационарных с постоянно круглосуточным мониторингом медицинским персоналом. Это тоже необыкновенно важно. Судить о результативности можно по результату самого состояния пациента. Насколько он ожидаемо получил результат. По случаю грудной железы у женщин мы имеем возможность практически полного цикла, начиная от диагностики, оперативного лечения, химиотерапии, лучевой терапии и реабилитации. Это тоже очень важно. Одним из факторов это как часто специалисты посещают и где они обучаются. Все наши специалисты посещают все европейские конгрессы, которые связаны с онкологией и лучевой терапией. Это и по программе ESMO, это и европейские радиологические симпозиумы, куда ездят наши лучевые терапевты. Клинические онкологи посещают все симпозиумы, связанные с общеглобальными вопросами. Заведующий лучевой терапии – это врач с 15-летним опытом, и клинические онкологи – более чем с 10-летним опытом. Это все дает нам возможность знать, что мы правильно используем эти инструменты. Более того, на сегодняшний момент это уже не является как преимуществом. Я считаю, это обязательное требование. Все врачи владеют английским языком. Первичная информация, зачастую она полностью иностранная литература. У нас у каждого практически врача есть свой аккаунт в официальном доступе на ESMO, которым он может сразу же посмотреть и откорректировать, что нового. Кстати сказать, эта информация обновляется ежегодно. Ежегодно происходят изменения в мировом подходе. Это все процессы самоквалификации и постоянное повышение квалификации персонала. Это необыкновенно важный вопрос. Не менее маловажный вопрос – это средний медицинский персонал. Потому что медсестры, которые мы привыкли называть, потому что выполнение манипуляции, оно тоже стандартизировано. Проведение химиотерапии, начиная от скорости введения, использования систем, правильность разведения – это каждый из персонала выполняет свою функцию. И все это в комплексе позволяет нам ожидать достаточно высокий процент ожидаемого результата. Ви 4 роки тому, більше 4 років тому, зайшли з інвестиціями в Кропивницький. Чого саме обрали наше місто? Його зачасту називає хтось диким заходом, хтось називає такою периферією, аж тут раптом сучасна клініка з високим рівнем надання послуг. Перше. Мы искали клинику, на базе которой бы мог бы быть создан вот такой современный центр лучевой терапии, который бы взаимодополнял существующую клинику. Мы помним, что онкология – это комплексный подход. Это и хирургия, и химиотерапия, и лучевая терапия, и реабилитация обязательно. Создать это все своими силами очень-очень дорого и достаточно сложно. Что такое вырастить хирурга? Это 10 лет минимум, да, при наличии и опыта, и оборудования. И поэтому мы нашли в лице Кировоградского областного онкодиспансера партнерскую клинику, которая должна забирать на себя первые этапы, хирургию, химиотерапию. Мы дополняем ее лучевой терапией. Это первое. Второе. На этапе диагностики используется очень много разных инструментов, начиная МРТ, компьютерная томография, магнитно-резонансная, эндоскопия, гамма-камеры. Это есть все в арсенале онкологического диспансера. И если мы помним, что пациент к нам, который приезжает, он везет деньги в регион, он оплачивает это все, оставляет, либо НСЗУ платит за этого пациента, то вот такое державно-приватное партнерство позволяет нам оказать полный комплекс услуг, чтобы пациент в одном месте получал. И тогда мы можем говорить о комплексном результате. Совместное, одно из немногих в Украине, в онкодиспансере есть отделение радиоизотопной терапии. Гамма-камера, повторюсь, это то, что позволяет правильно диагностировать и правильно вести такого пациента. Второе, это место расположения. Как бы ни пытались обидеть наш город, но он находится в центре Украины. Если мы посмотрим на карту, то в радиусе 200 километров мы перекрываем фактически большую половину Украины. Это и такие регионы, как Кривой Рог, это такие регионы, как Херсон, Николаев, Черкас, восточная часть Винницкой области. И при всем при этом мы понимаем, что добраться сюда, ну, по расстоянию достаточно просто, но я знаю, что и сегодняшняя администрация прилагает все усилия для того, чтобы сообщения были налажены. По статистике 4 лет 19,8% пролеченных у нас пациентов – это пациенты с Кировоградщины. Остальные 80% – это пациенты со всей Украины.
первом месте Одесса, Харьков, Киев. Это пациенты, которые приезжают и привозят деньги в регион. За 4 года нашей деятельности мы заплатили в местный бюджет 25 миллионов налогов. Это только налоги на заработную плату. Мы зарегистрированы в Кировограде, являемся плательщиком налогов в Кировограде. 156 человек штатного персонала, которые сегодня работают в клинике, получают официально заработную плату и уплачивают налоги. Для чего это говорю? Это деньги, которые приходят в местный бюджет и могут быть использованы на социальные нужды. С ростом посещения нашей больницы с пациентов, которые будут оплачивать и покупать эту услугу, естественно, налогоотчисление будет увеличиваться. Вот это мы называем инвестициями в регион. Я знаю, что сегодня и буквально на днях была представлена стратегия развития региона, в котором, и мы в этом очень заинтересованы, чтобы аэропорт был функционирующим, и это очень важно, это очень сильно усилит, даст возможности прилета сюда иностранных пациентов, которые будут оставлять деньги. Это и поддержка, и все-таки развитие Донецкого медуниверситета, который есть, потому что кадры, это, вот как мы с вами ответили, это очень важно решает. Ну, безусловно, дороги, которые всегда будут проблемой, потому что с Николаевской области достаточно осложненные взаимоотношения. И то, что мы считаем, что такой железнодорожный состав, как Интерсити Плюс, все-таки должен приезжать в Кировоград, в Крапивницкий, извините, и не быть просто поездом, проезжающим мимо. Это все развитие инфраструктуры. И когда мы еще 4-5 лет назад все это взвешивали, мы остановились на Кировограде, который предоставил нам инфраструктуру, который сегодня мы развиваемся вместе, который позволяет пациентам со всей Украины приезжать сюда и получить лечение. И мы думаем, что вместе с онкодиспансером, вместе с властями мы все-таки создадим центрально-украинский онкологический центр, который будет оказывать помощь на і оказывает помощь по всем європейським стандартам. Ну, з огляду на ту перспективу, яку ви озвучили, центрально-український прям центр, можливо, ще назвати якісь конкретні кроки, які, наприклад, цього року плануєте от реалізувати в себе в тому центрі? Мы являемся украинским предприятием, подчиняемся всем нормативным актам и законам, которые функционируют в Украине. Поэтому мы активно участвуем в реорганизации медицинской помощи, в том числе онкологической. Мы будем участвовать вот в программе, которая стартует вторичного звена по НСЗУ. Мы являемся субисполнителем, либо исполнителем в диагностике, которая является частью вот этой программы и оказываем услуги для онкодиспансера. На сегодняшний момент уже реализованы совместные консилиумы с докторами онкодиспансера для того, чтобы повысить качество и диагностики и определения тактики. В 2020 году мы будем организовывать такую всеукраинскую конференцию, которая, надеемся, будет с помощью торгово-промышленной палаты и на территории онкодиспансера реализована для семейных врачей украинского масштаба. А когда планируете? Предварительно это середина лета, потому что очень много факторов, которые нужно согласовывать и с МОЗом, чтобы не было наслоения. Да? И поэтому... В принципі, все це повищає качество терапії. Я зрозуміла. І знаєте, завжди журналісти хочуть якусь таку історію зцілення людини, коли говорять про медицину. Можливо, згадаєте, що когось вдалося врятувати з серйозною запущеною формою онкології, і сьогодні ця людина тішить своїх рідних тим, що живе? Если будет такая возможность и интерес, на нашем сайте есть специальное приложение в виде роликов, на которых есть отзывы пациентов. Никто так лучше не скажет. Я не хочу говорить, что кто-то пошел, кто-то начал разговаривать. Это не является фактором исцеления, фактором излечения. Но то, что мы реально помогаем и облегчаем состояние пациентов и переводим неоперабельные формы в операбельные, все это можно посмотреть по отзывам живых пациентов, которые сами характеризуют. Делаем ли мы ошибки? К сожалению, опыт не приходит самостоятельно сразу. Имеется в виду не только качество лечения и результатов, которых мы не всегда достигаем ожидаемых. Очень сильно зависит все от персональной клиники, от того, как пациент выполняет эти назначения. И в том числе взаимоотношения с пациентом, общение с пациентом. Это все очень большой опыт. Пациент должен, приехав к нам сюда, в Кропивницкий, с Одессы, с Харькова, ощущать полный комфорт, насколько это возможно. Мы предоставляем эти условия. Город прекрасен тем, что можно и найти себя, и в свободное от лечения время, и посещать и театр, и другие достопримечательности. Да, их не так много. Но, тем не менее, все относительно. Вот такие примеры, которые вы спрашиваете, они есть каждый день.
Что еще бы я хотел сказать, то это то, что наша клиника и по договору с Кировоградским областным центром и Кировоградской администрацией, мы один из немногих центров, который занимается детками. К нам приезжают детки со всей Украины, из Киева и других регионов. У нас есть программа, по которой все дети Кировоградщины, независимо, никакого лимита нет. Все, кому показан данный вид лечения лучевой терапии, мы лечим бесплатно. Это и есть часть нашего державно-приватного партнерства. Они проходят обследование и назначение в областной онкологической, детской, извините, областной детской больнице. И этот вид лечения получают у нас. Это тоже то, чем мы гордимся, и то, что на сегодняшний момент, я знаю, более 28 детей Кировоградщины пролечены таким образом на сумму более чем 3,5 миллиона гривен. Это все сухие цифры, но это реально оказанная помощь людям. И я еще раз не устану говорить, что это все страшные цифры и страшные суммы, когда мы сами не обращаем на это внимания. Это можно все попытаться минимизировать, если не предупредить. Все зависит от нашего невежества к своему же здоровью. Я вам дякую за пізнавальну розмову. Нагадаю, сьогодні спілкувалися з директором ТОМО-центру Володимиром Ященком. І пам'ятайте, що головне – дбати про своє здоров'я. Вчасно проходьте діагностику і будьте здорові. Всім гарного вечора, до зустрічі.